ну, вчера собрали, а сегодня ты посмотри, вот этот 4097, это вообще чудо какое-то. А это что уронило, да? Все облепленные. Это после того, что у нас были ночью температура плюс 3 градуса. Они смиренные, самые устойчивые. Во-первых, что листья чистые, можно сказать. На других вообще уже рыжие, ржавые. Брызаешь, не брызаешь, оно ничего не помогает. А эти... Конечно, меренга очень урожайная. Но этот ей ничем не уступает. Он плотный такой, колючий. Я еще не хотела сажать его. У меня почему-то не получилось в жару в прошлом году на второй оборот. Так меня Игорь Викторович убедил. Говорит, посади его, это будет меренга номер 2. Мы теперь поедем в Мелитополь, благодарность ему вынесем. Пожалуйста. Какая красота. На каждом листе, на каждом кусту. Листья у него растут. У меренги раскидистые такие черешки на листовой пластинке. А у этого вверх поднятые, как кувшинки. Вообще бомба. В мешок насыпаешь, 3 гибрида растет, эти самые тяжелые. Красавчики. Представь, если бы мы вчера их не собрали, что бы было здесь? Ну это хорошо. Ну это понятно. Ну просто все большие. Ну да, первая ночь тепла, и пожалуйста, я вчера собрать, а сегодня они так наросли, как будто мы вчера здесь и не были. Была любимая меренга у меня, говорила, я люблю меренгу больше всех. Она самая урожайная, самая неприхотливая. А теперь я буду любить еще и 4097. Скорее бы ему придумали какое-нибудь красивое название. Все, придется ехать в Мелитополь, я не знаю. С благодарностью. Скажу. Ночь теплая, они пошли. Все хорошо. Так. Дошел. А после ожидания. Леша, так мы вчера, когда собирали, я смотрю, начали маленькие рвать. Ну сколько? Так я еще Наташку ругала, чтобы маленькие не рвали вчера. Ну, Люба, дорого посмотреть. Здесь нашу. У нас меренга, когда в той теплице растет, так я думала, лучше ее уже просто не бывает. Но я поняла, что эти... Может, сегодня она...
Не, меренга она всегда себя показывает. А эти, ты посмотри, они ничуть не хуже, и вообще они даже лучше. Они намного тяжелее. Да, намного тяжелее. Ну все, Игорь Викторович, большое тебе спасибо. Огурец просто бомба. Просто бомба.